Не играл я никогда Guilty Gear. А это вторая игра в серии, между прочим. Разработана японским дизайнером Дайсуке Исиватари и компанией Arc System Works. Игра впервые вышла в 2000 году в Японии на аркадных автоматах Sega Naomi. Позже появилась ее версия для приставок и ПК. Издательством игры занималась компания Same Studio. Guilty Gear X, как и ее предшественница Guilty Gear просто, без ничего, представляет собой двухмерный файтинг, в котором игроку представляется возможность выбрать одного из 14 персонажей и бороться на арене с противником. Борьба! Борьба! В сравнении с оригинальной Guilty Gear, в новой версии игры был существенно улучшен баланс, графическое оформление. Добавлено несколько новых персонажей, игровых режимов, также внесены серьезные изменения в былую систему. Режимы игры Guilty Gear X позволяют выбрать один из пяти режимов. Так, помимо присутствующих в оригинале режимов Versus, Arcade и Training, добавлены еще два режима: Survival Mode и Metal Mode. Metal Mode возможно включить в опциях игры, после чего оппонент... Из оппонентов при каждом ударе начнут вываливаться медальки разного размера. Собирание этих медалек — единственный способ набрать очки в течение раунда. Подожди, что? Просто в этом режиме бьешь противника и собираешь монеты до бесконечности, пока игра не решит, что... Типа это... Всё! Финита! Окей. Ну, наверное, как так. Не знаю. Сюжет. Какой-то сюжет есть. Это модул. Сюжет Guilty Gear X продолжает линию событий, описанную в Guilty Gear. Главным героем по-прежнему является магически трансформированные живые существа. Механизмы, в скобках, Gears. Способны действовать, только получая приказы от механизма командного типа. Которым являлась, или является, или являлась... Джастис. Механизмы обратились против человечества. Согласно сюжету Guilty Gear, после уничтожения Джастис терпели поражение, так как не могли действовать самостоятельно. События Guilty Gear X разворачиваются примерно через год после гибели Джастис. Возникают слухи о появлении еще одного механизма командного типа. Был объявлен новый турнир с наградой в 500 тысяч мировых долларов тому, кто уничтожит нового врага. Ну, типичный сюжет файтингов. Очень похоже на Dead or Alive. Не Dead or Alive, чё подожди, недавно играли? СНК, да? СНК, этот миллионер файтинг. Как он там назывался правильно? Там что-то тоже, да, объявлен турнир был, и только там приз был миллион долларов, что ли? Чё-то типа того. У игры несколько исправленных версий. Фиксов, я так понимаю, просто. После выпуска претерпел несколько изменений, касавшихся улучшения баланса игровой механики, а также добавлены некоторые малозначительные опции. Всего было, в общем, три исправленных версии. Guilty Gear X Plus вышла в Японии в 2001 году на платформе PS2. Guilty Gear X Advance Edition в январе вышла в Японии 25 января 2002 года на платформе Game Boy Advance. Не представляю, как на Game Boy Advance Guilty Gear бы выглядел бы. Наверное, так же, только более всратым. Guilty Gear X1 версия 1.5. Это обложка ее, кажется, да? Вот это, сейчас. Это Коломбина. Guilty Gear X1.5 была представлена 21 февраля 2003 года в Японии на одной из технических выставок, уже после выхода следующей игры в серии. Guilty Gear X. Платформой для Guilty Gear X 1.5 служат аркадные автоматы Atomis Wave. То есть уже не Sega Naomi, уже другие какие-то. Саундтрек. Музыку Guilty Gear X, как в предыдущей игре, написал Дайсуке Исиватари. Он же, я так понимаю, дизайнер, да, игры.
И создатель серии? Ну, прям как это, как его? Который этот, режиссер этого, Хэллоуина. Как его там звали-то? Забыл. Он же и музыку написал для игры, для фильма. Саундтрек целиком состоящий из композиций в жанре хард-рок и хэви-метал был выпущен отдельным альбомом на двух дисках под названием Guilty Gear X Ost. В принципе, это весь лор. Разработчик Arc System Work, издатели Semi и Cyberfront для ПК версии. Серия Guilty Gear. Дата выхода 2000-й на аркаде. Dreamcast тоже 2000-й. PS2 2001. ПК 2001. Жанр файтинг. Возрастной рейтинг Т. То есть где-то 12+, что ли? Или около того. Геймдизайн. Дайсика. Ну, написано Дайсука. Но я сомневаюсь, что это так читается. Не знаю. Дайсики. Ну, просто как Саски, знаешь. Сасуки же его вечно читают. Да он же Саски. Дайсики, получается. Дайсики и Сиватари. И он же и геймдизайнер, и композитор. Ну, да. Платформа аркада, Game Boy Advance, PlayStation 1 почему-то написано. Хотя про PlayStation 1 вообще ни слова не было. Но я могу в это верить. Потому что PS1 может в 2D графику, в принципе. PlayStation 2, Dreamcast и ПК. Режимы игры для одного, для двоих. Джойстик, геймпад, управление. Окей. Чё по обложкам? Чё по обложкам? Обложка у игры прямо ощущает какой-то, блин, торт. Да чё это за жесть? Тут смотри, это черепа какие-то ядрить. Какой-то чел из легенды о драгунах. Это Зикур. Синий, красный. Да, тут написано версия 1.5, как будто это, знаешь, сверху было написано просто этим стандартным шрифтом, каким-то курсивом. New Times Roman. Потому что, ну, видно, что отличается по качеству. Да, обложка топ прям. Единственное, что я что-то не думаю, что это официальная какая-то обложка, потому что нет никаких логотипов. Есть вот такая обложка. Это, я так понимаю, этот. Какой? Какое-то переиздание более новое было. Ну, судя по вот этим вот слева. Тут вот оранжевая хрень. Ну, вот это. Вот это. Вот это слева. На белом то, что. Так просто какие-то переиздания выглядели в свое время. Вот про Кослу недавно говорили. Что типа. Вот та фирма, короче, которая градированием занимается этих, как их, дисков. Они типа это, налажали, неоригинальную игру градировали. И вот она как раз вот выглядела с такой же обложкой слева, с левой стороны. Это не Symphony, Rondo of Blood на TurboGrafx. Вот, да. Это, похоже, такая же серия. Не знаю, что написано, не совсем понимаю. Что-то Акудо, чего? А куда? Дальше я не знаю, не смогу. Обложка, в принципе, такая же. Только тут написан Publisher, Semi. И что-то мелким шрифтом, которого не разобрать. Не смог найти в нормальном качестве. Что-то вообще нету. Привет, Серпантин. Здрэ. На задней стороны обложки. Вот красуется парень, который пытается лизнуть свой меч. Не знаю. Можно такие вещи говорить в интернете? Парень пытается лизнуть свой меч. Можно такое говорить? Не знаю. Слишком какой-то... Слишком гиперсексуальный подтекст. Да, качество, конечно, я ядрил. Ничего не разобрать. На скриншотах. Но я тебе говорю, нету в нормальном качестве обложки. Плюс игра уходила только в Японии, поэтому вот, да. На Dreamcast, по крайней мере, 1-2 игрока.
VGA-бокс поддержка, окей, разрешение будет высокое, хорошо. Наверняка карта памяти требуется. Что-то макромедиа флеш, что-то опять написано. Жанр 2D файтинг, окей. Все, в целом. Больше у меня ничего нет по этой игре. Да, больше ничего нет. Ну, поехали, попробуем. Первый мой Guilty Gear. Не представляю, как все пойдет. Ядрить арт. А звук будет сегодня? А звук будет? А почему звука нет? Подожди, ну-ка, ресет сделаю. А чё? Narc System Work. Они это делали? Double Dragon 4, по-моему, да? По-моему. Почему звука-то нет? Странно. Ну ладно. Посмотрим без звука. Вот и звук. Внезапно. Из ниоткуда. А почему в первой заставке не было звука? Какая-то всратая версия? Или у меня звук выключен? На один раунд поставлю. Так, в принципе, мне больше здесь ничего не нужно. Кроме, может быть, я чисто... Подожди, сейчас саунд-тест. Да нет, музыка работает. Значит, это что-то не так с кат-сценой было. Ну, поехали аркаду проходить. Я вообще не знаком с серией. Вау. Вау! Вот это спрайты. Ехнику. Вот это да. Привет, мы за тебя играть будем 100 пудов. Давай за нее. Она выглядит эпично. Она, смотри, у него киберрука какая-то. Плюс стички. Глаз ранен. Но она выглядит как персонаж, который топовый. Как ее зовут? Ба? Байкин. Это Рофман, это Солерон. Байкин. Милия Рич. Вау. Ёб твою мать. Я, конечно, ценю арт-стиль, но где музыка? Блин, визуально топ. Воу! Это я сделал? Ой, а кто это у нас тут? Она что, из птичек трубку достала? Красиво. Так, я еще... Почему во время боев нет музыки? Что за ерунда? Привет, Настя. Зэп.
Я сейчас придумаю. Ну и привет, Дэн. Да на нормально ничего не менял. Воу. Фауст. Дай паузу, 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 паузу. Ой, он что-то там уже делает. Анастасия красавица. Так. Ну, вы меня-то не спрашиваете, что у него там одна рука, две руки. Я-то откуда знаю, я первый раз в Guilty Gear играю. Давай сделаем так. Guilty Gear. X. Ост. Пробуем. Хотя бы создадим эффект. Вот что-то я сделал такое. А ничего, музон такой. Да. Блин, арт вообще огонь. Ты куда поплыл-то, блядь, алё? Ты что, блядь, ешумицу-то включил, алё? А, блин. Что ты такое, блядь? Что ты такое? Не, я за неё играю. Да, сорян за звук. Я что-то, блин, не проверил даже. Может, это косяк версии какой-то. А что такое лютый-то? Слышь, алло, алло. Нечестно. А тут блок-то вообще есть? Что я сделал? Я нажал правый триггер, и что-то понеслось. Окей. Хотелось покраситься. Ладно. Покрасься, если хочется. Там вайфу на заднем плане. Счастливо. Ой, их две. Три. Мне это чем-то вот напоминает этот, как его, Samurai Shodown. Визуально. Но эта игра выглядит, по-моему, в разы лучше. А как блок ставить? Назад, что ли? Что ты делаешь? Алло? Нет. Окей. Попозже зайду. Давай. Давай, заходи.
О, этот тип, который на обложке был. Soul Bad Guy. Его Soul Bad... Его Bad Guy зовут? Интересно, он добрый? Bad Guy его зовут, блядь. Soul Bad Guy. Фу, ты чё, блядь, алё? А ты чё такой резвый-то, блядь, алё? Да откуда мне знать эти ваши короники? Чё ты хочешь от меня, игра? Дай просто, блядь, вот, машить кнопки, тупо, вот как дурак. Я, по-моему, нажал XY. Найс. Музыка огонь. Музыка огонь в игре. Так, а девчуля? Симпотная. Джамкура Добери. Вау. Макс Рус. Ядрить музон в этой игре. Жестко. Даже шанса не дала. Блин, мне хочется реально на арт смотреть больше. Это нормально? На то, что сзади происходит. Как я сделал? Аэркомбо! Да ну камон! Тьфу ты, блядь. Чё ж так сложно-то внизу стало? Не, ну я понимаю, что я по лестнице иду дальше, да? Но всё же. Плюется. Тьфу, блядь. Поехали. Так это просто вниз удар, что ли? Ни хрена себе там дамаг. Просто вниз удар. Блок. Это уже какой-то барак прям получается. Просто вниз. Вниз удар. Да, блядь, ты дашь мне ударить себя, я пталю.
Давай. Да ну я, блядь, нажал же такое. Грусть какая-то. Грусть какая-то. Еще. Мне нравится. Да ты дашь мне что-нибудь сделать-то, блядь, алло? Какая-то она ебанутая прям совсем. Я блок держал, пиздёж. Твою мать. Ой, трусики. Мы видим твои трусики. Жестко. Ну ладно, ща. Так или иначе, я победил. Доста. На-ка. Конец. Окей. Я так понимаю, 10 противников будет. Чё, блядь, происходит? Какой нахуй якорь? Какой дельфин, блядь, алё? Музон здесь просто огонь. Как и визуал. Я так понимаю, она капитан этого корабля? Ну там написано «My ship». Четкая она. Это Байкин. Мне нравится, как на заднем плане, когда она проиграла, все-таки. Как плохо. А что, все, арены кончились? Видимо, да. Так, а это второй чел с обложки, да? По-моему. Угу. Лютый. Я тоже, значит, не лыком шить, блядь. Хорош.
сам против себя. Теперь я узнаю, чего я не умею делать. Сто бодов. Ого. То есть это можно в прыжке делать? Хорошо. Это батут, блять, матрас. Я ударил. Я тебя ударил. Ебать, там дамага прилетела. Чуть ли не на пол хп. Охренел, что ли, мать? Пол хп почти сняла, охренеть. Я и не думал, что эта атака так много снимает. Я даже не знаю, как ее делаю. Что-то там X, Y и как бы и все. И дальше оно как-то само. Поехали. Я, кстати, это... Да, подожди. Ну, конечно! Да. Ага. А нахера переводить? Зачем ставить кнопки правильные в консольных версиях? Зачем? Визуал великолепный просто в игре. Я не знаю, сколько раз они душу дьяволу продали, чтобы сделать такие задники. Ну, любая 2D-шная, мне кажется, серия плачет в сторонке, глядя на эту картинку. Да ети твою мать. Да как эта штука атакует-то, блядь? Не понимаю. Ничего нового для себя не увидел, кроме того, что в прыжке можно делать этот батут. Еще бы я помню, как он делается. Что-то там по часовой Y, что ли, или X. Что-то одно из двух. Hell. Что Hell? Testament. Ебать. Давай, ехали. Так, наба очень медленная атака. Давай не будем ее использовать. Он бьет больно. Так-то. Только как добивающий удар. Че ты, блядь, на меня поставил-то, блядь, алло? Блочить можно в воздухе. Да кто меня там бьет-то, етить твою, алло?
Вот вызвал какую-то... фею хуею. Нечестный козел. Деремся один на один, вот дерись один на один. Ну, это вызвал какую-то фею, блять. Она меня по голове стукнула, я умер. Очень честно. По-моему, это музыка из другого Guilty Gear. Почему она здесь в плейлисте? Да, у него еще ворона. Это фамильяр, что ли, твой? Видимо, да. Блять, я миллион раз тебя ударил, ты только пол хп потерял. Это, блядь, нечестное говно. Вообще нечестное говно. Я реально его, блядь, миллион раз ударил. Что это такое? Да, музыка слишком хайповая, нет. Блок. Блок. Блок же. Хорошо, пес, давай. Ну-ну-ну-ну, блок держу, блок держу. Так что? Раздражают противники в файтингах, которые бьют снизу. А ты не видишь, когда они бьют. Потому что на переднем плане, ёб твою мать, кусок арматуры торчит. Шедевр. Да иди ты в пень, алло. Да что? Ну конечно. Вот тебе. Блок держу. Сика! Сика!
Эй, ладно, ща-ща-ща. Ща-ща-ща. Тут хотя бы я не чувствую, что игра импуты считывает. Как в Mortal Kombat. И то неплохо. Блядь, лепестки сакуры полетели, блядь, красиво было. Толя, хоть хайр-комбо какой-то, блядь, опять. Да иди ты нахуй. Я блок держу, сука. Ну вот это, конечно, да, то, что ее заблокировать нельзя, эту атаку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Проходим вполне себе. Да что ещё? Падал он, короче, этот череп снизу вызвал. Шедевр. Нажонглировал меня. Красава, ничего не скажешь. Ну хорошо. А еще все задаст. Что-то. Что-то музыка не слишком хайповая была. Вот это нормально. Блок держу. Иди нах. Да, чё ты не било-то? Ты прыгай. Стой, плохой бой был. Плохой был, слишком много дамажился. Ну, что-то другой костюм какой-то. Я на старт что-то нажал. Окей, это... Это победный. Да иди ты нахер со своей вот этой, блядь, головой из песка. Достал уже. Воу-воу-воу, как это делается? Клёво. Блок. Чё, почему я сиреневый? Сука. Ну что ты бесишь ты меня? Ну ты же вообще никто. Ты чмо какое-то из Guilty Gear. Ну, хорош, давай, проигрывай. Да ну делай что-нибудь. Да что?
Он меня отравил. Сиреневая — это отрава какая-то. У меня хп отнималось само собой. Хорошо. Да иди ты нахер. Конечно. Я даже... это что еще такое, блядь? Да, конечно. Ты не заебался еще, дружище? Я, конечно, все понимаю. Побеждать-то классно. Ну дай мне разок. Я пойду дальше. Бля, какой ты наебалово кругом. Да ну ты заебешь, блядь, перестань, да хорош, блядь. Пету вообще, короче, его не дамажу, то, блядь, он обязательно под конец начинает какую-то херню делать. Несусветную. Давай. Валера, твое время пришло, все. Почему музыка такая громкая стала? Да ебани ты чё-нибудь, какую-нибудь классную атаку. Давай, 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 давай. Блок. Иди ты в пень, блядь. Ты весь бой, блядь, блочил. Ты охуел, что ли, блядь? Чё такое-то, блядь? Ни один удар нахуй не проходил. Это чё такое вообще? Чё за дичь? Он реально все блочил. И сверху удар, и снизу удар, и коронники, все вообще. Че за нахер? Иди лесом. Ты решил не приходить, что ли, на бой или че? Блять, сука, супер честно. То, что у него есть атака, которая отравляет. Прям супер честно, я прям чувствую. Да конечно, ёпта, с двух сторон они меня хуйнуть решили. Шедевр, блять. Он спереди ударил, еще сверху. Шедевр. Да нихера он не мощный, он читер, блять. У него снизу атаки, сверху атаки, а ему самому вообще делать ничего не нужно.
Да еще блок не работает. А еще вот эта хуйня. Ну вот что это такое? Пошел ты, блядь. Я не собираюсь сдаваться. Пиздец. Ты нахуй давай 18 комбо свои, блядь, оставь нахуй при себе, а то я тебя уебу сейчас. Да, игра говна, конечно. Вернее, противник говна. Игра норм. Игра норм. Визуально выглядит и звучит охуенно. Ну вот этот перец, это что-то какой-то пиздец. Блядь, не крает, блядь, Данич. Блять, почему у него одна атака снимает так много? Алло! Это же обычная атака. Ты, блядь, Шалкан или чё, блядь? Как он заебал вот этой вот хуйней. Он просто бьет из ниоткуда. Причем-то я даже ориентиров не вижу. Как понять, что он эту атаку делает? Вот в чем проблема. Если бы я хотя бы видел. У него, блядь, спрайт такой, что, блядь, он просто. Он все время стоит в этой позе. Ну там что-то делает, там, значит. Нимпо! Все, блядь. Никаких ориентиров. И эта хуйня тебя просто бьет. А Данич красавчик. Мне бы хоть понимать, когда он это делает, я бы еще, ладно, хоть как-то это доджил бы, хотя бы блок ставил бы, но я не вижу. А блок сегодня будет работать? Ну это, блядь, какая дичь. Да! Кнопка Y тащит. Игрик тащит. Грув. Это last boss. Я думаю. Потому что я помню, что я читал на Википедии, что Дизи какой-то командный этот. Воу! Короче, главное этот мех какой-то там, или что там, командная... Как она там, блядь, называлась? Главный механизм, управляющий всем. Всеми мехами. Ебать, она лютая. Это вот она?
Я, блядь, ее даже задамажить не смог. Жуть какая. Насколько же она сильна-то? Это надолго. Наверное, классно. Такого еще не было. Охуенные атаки у тебя, слышь, подруга? Flawless victory, ёпта мать. Чего? Я вообще ничего не смог сделать. Вообще ничего. Игра, может, это... Ты, может, подсдашься, не? Мы не торопимся. Мне не очень нравится постоянно на YouTube переключаться и включать музыку, потому что в игре почему-то музыки нет. Слышь, подруга, дай мне встать-то, блять, алло. Охуевшая. Она просто не дала мне встать. Я все равно не понимаю, что ты, Дэн, хочешь узнать? Я играю на нормале. Причем здесь изи вообще? Когда у меня хп успело кончиться? Я, блядь, задамажился два раза только. Чё, блядь? Она меня с трех ударов убила? Охуенно, чё. Шупер. Да, конечно. Ах, ты заебала, блять, меня. Я без понятия, что здесь есть, что здесь нет. Я первый раз играю в Guilty Gear. Вообще ни один не играл. Все, что я про игру знаю, я просто на Википедии вычитал. И вначале огласил. Я ее ударил, алло. Она сквозь блок пробила. В смысле, сквозь мой удар. Охуенная тема. Ты думаешь, пуговицы на сиськах все можно, что ли? У меня вообще сиськи на выход. Что придумал мне тут? Of course. Блин, сколько тут анимаций начальных в бою?
штук 6, что ли? Охренеть. Где мой удар? Я рывок сделал, игра. Она из тех персонажей, которых ИИ тормозит. Я понимаю, что если она начнет меня пиздить, я сразу проиграю. Она мне поддается очень сильно. Потому что вот это вот ее хуйня. Вот это вот ее хуйня. Если она начнет ее спамить, все, привет. Ху-у-у! Внезапно. Нежданно-негаданно. Окей. Ну, типа, из того, что я прочитал, что, типа, она положительный персонаж. То есть до этого все, короче, хотели всех убивать и т.д. и т.п. А вот этот персонаж, типа, положительный. Она никого не хочет трогать, но только из-за того, что, типа, она классифицируется как... вот этот вот управляющий механизм, на нее, короче, все агрятся. Хотя она никого трогать не хочет. Вот. Ну это что, 500к, где мои? Где мои 500к мировых долларов, которые обещал Катсцена? Не будет, ну ладно. На, кубра, шах, оба. Спасибо, мистер Некрас, спасибо, Даффи, спасибо, Дэн. Да ничего. Визуальная составляющая игры — огонь. Музыка супер топ. Единственное, что у меня какая-то версия без музыки. Ну это ладно, есть музыка на ютубе, и хорошо. Механики прикольные. То есть тут и air dash, и двойной air dash, еще какие-то воздушные комбо. Какие-то супер удары есть. Я единственное, ни хрена не понял за прохождение, как я их делал. Но когда делал, было прикольно. Было прикольно. Ну, в целом, вообще файтинг визуально. Ну, презентация вся прям это. Прям на высоте. Интересно было бы другие части посмотреть, но пока нет. Пока только вот эту. Был у нас Dreamcast Log. Ну ты послушай эту музыку. Ну, прикольно, когда один и тот же человек сразу геймдизайн делает и музыку. Весьма интересно и прикольно. Дайте этой девушке руку вторую, пожалуйста. Она заслужила ее. Через все эти унижения прошла. Последних двух противников. Она заслужила руку. Дайте ей руку, пожалуйста.
Гратул. Друг против друга, да, месил полнейшую. Ранг. Все.